Привет. В этом видео я покажу, где добыть все 16 ракушек, нужные вот для вот этого задания, чтобы получить костюм для Фишель. Одну ракушку мы получаем в задании Казухи, то есть нам ее сразу дают. Значит, первым делом надо телепортироваться на остров, на архипелаг Золотого Яблока, это как бы всем понятно, я думаю. У меня не совсем везде есть телепорты, потому для меня это займет некоторое время. Но я думаю, у большинства людей уже почти все телепорты открыты, наверное. Может, у кого-то они открыты, потому придется, может быть, даже больше, чем мне собирать. То есть, пока откроешь все. Так, вот, значит, телепортируемся на вот этот остров сначала. Вот. На вот этот остров. Изломанный остров. Отсюда нам надо спуститься вот в ту сторону. Ну, собственно, все ракушки нам показаны на карте. Тут великой прям сложности нету в их сборе. Самое сложное будет это именно найти, где они лежат. Потому что тут некоторые ракушки могут быть внизу, некоторые наверху могут лежать, какие-то могут вообще в кустах быть. Потому это, возможно, единственная только проблема по их сбору. По крайней мере, так было в прошлом году. В прошлом году был тот же самый ивент. Тот же самый ивент, но... Остров был тот же самый, ивент был другой. Я неправильно сказал, извиняюсь. Значит, вот, вот первую мы взяли, вторая здесь вот сразу, здесь же лежит, близко. Вот она. Вторая. Так. И третья будет туда, ближе к берегу. Ну, можно сказать, третья и четвертая на самом деле. Так, сейчас тут эти элементали что-то дуркуют. Да, извиняюсь, что-то тут со звуком у меня. О. Так, сейчас. Так, ну вот, движемся. Вот она, третья здесь. Вот тут еще один хиличурл спортсмен. Так. Вот она, третья. Здесь, кстати, Хильчуро вот лежит возле нее. Сидит, точнее. Вот так. Так. Сама ракушка, вот она на камне. Собираем. И четвертая будет на вот этом вот маленьком островке, можно сказать. Ну, это не остров, скала, да? Он, эта ракушка будет в том углу, вот. Здесь. На самом деле, сравнительно даже достаточно легко собираются ракушки здесь. В прошлом году приходилось по горам лазить вверх-вниз. Сейчас тут опять хильчуры дуркуют. Тут куда... А, здесь на... Вот это... Получается, чтобы эту ракушку раскрыть, нам нужно применить вот этот вот механизм звуковой. Но это просто. Значит, это должна стрельнуть... Блин, долбаные хиличурвы. Сейчас. Мы с ними разберемся. Все. Кстати, в комментариях напишите, как вам Хейза, если вы его рулили. Так, изменить направление. Значит. Да нет. В смысле? А. Так тут все намного проще получается. Вот так. Так, или подожди, может быть нам нужно вот этой вот стрельнуть. А, эти нельзя поворачивать, ну ладно.
А, вот эту можно разворачивать. Нет, эту вверх-вниз. А вверху ничего нету. Странно. Эту тоже нельзя поворачивать. И эту нельзя поворачивать. А это? Это почему-то поворачивается в противоположную сторону и в ту сторону. Это тоже не поворачивается. И это тоже не поворачивается. Так, ладно, это все прекрасно. А что тогда? О. В смысле? И? Странная эта ракушка-то. Получается, эта ракушка, куда она указывает? В ту сторону. Подожди. Так. В эту сторону? Ну, вроде как здесь ничего нету. Странно. Может, эта, которая упала, в ту сторону показывает, куда идти надо. Потому что... И что делать? Подожди. А, то есть получается это тоже взято. А где показывают, сколько взято уже? Так, с этим все понятно. А сколько взято ракушек всего? 5 из 20. А, значит взяты. А, получается взято, да, все. Извиняюсь, это я протупил тут. Так, значит, раз это взято, у нас уже их 5, потому что одну нам дают бесплатно в ивенте с Казухой. Теперь будем передвигаться к следующему острову. Нам нужно идти вот на вот этот остров, вот он, вот этот парный остров. Но нужно нам именно вот сюда, вот к вот этой части этого острова. Сейчас. Так, значит, начнем сразу... С того конца острова. Вот, с этого. Я имею в виду. Так, эта ракушка должна быть здесь. Возле берега. Вот она. Так. Взяли. Теперь на другой стороне этого острова. Острова скалы или острова, как его можно назвать. Так. Остров гора. Сейчас. Так, вот это уже намного интереснее. Где она находится? И почему эта штука около... А, все. Понятно, нам надо наверх. Сюда. Теперь... Еще выше будем залазить. Она на самом верху, получается, лежит. То есть придется помучаться тут, лазить туда-сюда. Хотя, по идее, должен быть быстрый способ залезть. Ладно. По идее, должен быть. Нет тут никакого ветра или еще чего-нибудь. Странно как-то. Что лезть реально много. У кого энергии мало, тот вообще не долезет. Тут должен быть какой-то секрет. Потому что это вполне ненормально. Лезть только вверх. Здесь где-то должен быть ветер. 100%.
Так, сейчас. Сейчас мы посмотрим. Тут по-любому где-то вентилятор какой-то должен быть. Потому что тут лезть слишком далеко. А наверху телепорта нету, да. Нету. Так. Конечно, выход. Я не знаю, это и выходом не назовешь. Очень странно, очень. Но на вот этом острове, кажется, был вентилятор, если не ошибаюсь. Вот на этом. Здесь где-то стоял такой вентилятор. Вон он. А, нет, это не он. Тоже не он. Блин, странно. Но тут что-то должно быть, чтобы туда быстро залезть. Это ненормально. Слишком высоко лезть. Просто так, вверх. Тем более те, у кого не хватает энергии, кто еще не прокачался полностью, ему будет очень сложно залазить сюда. Так, сейчас. Странно. Придется лезть. Получается. Сейчас залезем. Тогда. Ой-ой, что-то я не досчитал. Тут надо прыжками, конечно, не лезть, потому что очень много энергии тратится, если прыжками залазить. Что за дебильство какое-то? Что, зацепиться нигде не мог, что ли? Инвалид? Капец. Что за тупая гора, блин? Но это в любом случае ненормально. Тут что-то должно где-то быть, чтобы можно было добраться по-быстрому. Странно. Что за бред, блин? Что, по сути, даже у того, у кого энергии много, он тоже толком и не долазит. Так, тут где-то должна быть штука, которая регенит. Вот она. Сейчас, где-то, у меня где-то такая была, только большая. Вот он. Во. Все. Ну, это в любом случае бред. Столько вверх лезть, это идиотство какое-то. Конечно, можно сяо поставить, если у кого-то есть сяо, то потребление энергии будет меньше. Но в любом случае, это какая-то тупость. Тупая тупость. Ненужная тупость, если правильно сказать. Так что. Так, значит, вот ракушка должна быть здесь. Раз мы уже долезли до этого места. Вот она. Забираем. Теперь нам нужно пойти на другой остров чуть поменьше. Залезем чуть повыше сейчас. Он будет вот здесь внизу. Вот, нам нужно на сюда. Попробуем почти долететь само отсюда сверху, чтобы потом туда не лезть. Всю дорогу. Так.
Конечно, странно, блин, туда-сюда лазить как ненормальные. Так, ладно. Долезть-то мы долезли, а теперь нужно... Нам нужно лететь... Вот к тому острову. Их тут два, а нам нужно вот к этому. Вот он. Этот получается. Вот он. И вот она здесь появляется. Эта ракушка, я думаю, скорее всего, находится внизу где-то. Здесь, скорее всего, не придется как ненормально вылазить туда-сюда. Или придется. Сейчас посмотрим. Но то, что она не здесь, это точно. То есть, то, что она не наверху. Так. Но и не где-то здесь она. Где она? И где она? То есть она все-таки была там наверху? Опять будем карабкаться как ненормальные, ну ладно. Ладно, будем лезть. Конечно, тем, у кого есть Сиал, советую поставить его себе в команду. Он уменьшает затраты энергии на карабкание. Ну, а всем остальным крепитесь. Придется вот так вот лазить очень много на этих островах. Сейчас долезем хотя бы до какого-то момента, чтобы можно было передохнуть. Вот сюда. Сейчас. Отрегенится энергия более-менее. Так. Ну, значит, она где-то здесь. На выступе каком-то. А потом... Где она еще может быть? Где-то там вряд ли, потому что это уже не ее место. Указатель-то не здесь. Все-таки. Это мята. Да, конечно, это все прикольно, но где ракушка? Не знаю, может у меня какие-то глюки, я ее не вижу. В чем прикол заключается? А, прикол заключается в том, что она вот здесь. Блин. Вот она. Просто она не синим цветом горит. Все. Ладно, все. Нашли. Ладно, теперь нам нужно на вот этот вот остров. Как он называется, кстати? Остров Пудинга. О. Сюда. Здесь у нас будет одна здесь наверху. По крайней мере, так оно похоже. Но она не здесь наверху. А, ну нет, она вот она, прям возле телепорта. Есть. Одну взяли. Девятая у нас вот в той стороне. О, тут цесинь, цветочки. Прикольно. Так, это, скорее всего, здесь на берегу внизу будет. Тут же еще эти долбанные привидения. Адские. Ну ладно. Так. Так. Здесь вот какая-то штука непонятная. Вот она здесь.
Теперь, значит, остался еще один на этом острове. И он будет в... Почти что надо остров обойти вокруг, чтобы взять. Где, кстати, вот ракушки. Эти ракушки нужны будет для Чайлда. В каком-то далеком будущем, возможно, будет реран его. Так что пока вы тут лазите, лучше собирайте их. Потому что если они будут нужны в будущем, лучше собрать их сейчас. На самом деле, ракушки эти несложно собирать. Они в Ли-Юэй очень распространены. Лови кирпич. Еще один умник с этим щитом. Хорошо, что Анема хоть и медленно, но может щиты эти сломать. А, блин. Урон нужен элементальный. Так, ладно. Эти, с этими чудиками разобрались. Так, ракушка, да, вот она здесь уже. Так, вот она. Сейчас. Я ее соберу. Значит, эту забрали. Теперь нам нужно идти вот на этот остров, но у меня здесь телепорт не открыт, потому мне придется доплыть на лодочке сюда. Так что сейчас это будет немножко подольше. Так что можете просто проскипать видео здесь, в этот момент, чтобы не ждать. А мне придется добираться. Сейчас. Вот она. Сюда. И плывем в ту сторону, к тем островам. Тут три ракушки находятся прямо на самом верху. Ну, в смысле, на самом верху. Они там все три рядом. Сейчас вот уже почти доплыли. Надо телепорт самое главное открыть, чтобы больше не мучиться. Так. Сейчас я первым делом телепорт открою. А дальше полезем за ракушками. А, все, вспомнил. Это где перевернутый храм. В прошлом году тут была загадка, приходилось лазить как ненормальный, вверх-вниз, вверх-вниз. Ладно, сейчас посмотрим. Здесь, скорее всего, должен быть способ запустить этот ветер, который тебя до верха поднимет. Значит, вот одна ракушка здесь уже лежит, как я вижу. Вот она. Так. Остальные, скорее всего, уже будут наверху. В прошлый раз, в прошлом ивенте, здесь была загадка с элементальными столбиками. И наверху еще, кстати, телепортер был, а здесь почему-то его нету. В этот раз, в этом году. Что может означать одну вещь, нам придется карабкаться вверх. Блин, только надо найти сторону поудобнее, как туда лезть, потому что... Так, нет, обойдем остров вокруг, потому что что-то мне очень сильно кажется, что где-то здесь что-то должно быть, чтобы туда поудобнее было залазить. Потому что сам этот островок сделан так, что на него просто так не залезешь легко. Тут явно что-то должно быть. Это перевернутый храм. Так. Странно. Очень странно, потому что...
тупо лезть туда, это будет очень сложно. Тут что-то должно быть в этом месте, что облегчает все это скалолазание. Ну, попробуем сейчас полезть с вот этой вот лианы. Сейчас. Сейчас вот так. Сюда. Вот так. Не знаю, куда мы сейчас, куда я сейчас так долезу. Потому что в этом ходу тут все по-другому сделали. Так, здесь у нас стена. А здесь потолок. На который за... А, нет, можно залезть. Да, вот можно залезть, значит полезем на стену, на вот эту. Или что это? Или это потолок какой-то? Только надо аккуратно, чтобы не упасть. А то потом лезть снова будет не очень весело. Так. Вот сюда. Теперь, что мы здесь будем делать? Можно попробовать... можно попробовать залезть на ту лиану. И по ней долезть до верха. Наверное. Наверное, так и сделаем. Вот сюда. Сюда. Теперь аккуратненько вот сюда. Наверное. Ага, аккуратненько не... А нет, получится, если втаранится. Так, ну вот по сути мы уже почти до верха долезли. Осмотримся, потому что вон она, ракушка с той стороны. Ага. Аккуратно, чтобы не упасть. Ага, это которая с изображением. О! Электромолотоборец. А что он тут делает? По идее, наверное, все шевроны нужно собрать и принести ему, скорее всего. Надо это место запомнить. Потом сюда придется вернуться. Так, нам надо до самого верха в итоге залезть. Идем сюда. Вот так. Кстати, что я тут... В объявлениях? Как всегда, что-то обновили там. Или изменили, или починили. Так, у нас есть вот эта лестница. То есть можно по ней сразу уже долезть до верха. И оттуда идти искать дальше. Так. Значит. Сейчас. Сюда. Скорее всего, здесь на самом верху она лежит. Так. Да, вот она. Это которая с изображениями. Опа. Похоже, двое лежат на земле и смотрят на звезды. Какая странная картинка. Яков, что тебе сказал командир? Ты что-то приуныл. Из-за качка я упал, когда переносил устройство. К счастью, мне удалось быстро подхватить его, и он не пострадал. Но командир все равно сделал мне выговор и приказал нашему отряду провести тесты приема сигнала. А это самая сложная работа. Да ладно, не расстраивайся. Мы уже сотни раз это делали. Выше нос, сходи поешь что-нибудь. Они указали на что-то высоко наверху. Ищут еду? Может, раковину надо поставить как-то иначе? Так, получается что, мы собрали 15 ракушек? Или сколько? 14. Ага. Так. 14. Другая сейчас будет еще одна. У нас есть вот на начальном острове, можно, наверное, сказать. Да? Вот здесь. Но до него сейчас мы доплывем тоже быстренько. Thank you.
だか事件の匂いがする。Так, сейчас, нам нужно доплыть до этого острова. Берем корабль снова. Разворачиваемся. Вроде бы. Да, все правильно. И плывем в ту сторону. Сейчас тут по пути по хиличурвам можно пострелять. Так, нам нужен вот этот остров. Вот этот. Центральный. И еще одна ракушка. И похоже, что еще одну ракушку нам дадут по заданию. Так. Сюда. Ладно, эти там что-то говорят. Сейчас мы телепорт здесь откроем. Вот сюда. Так, итого у нас 15 ракушек, кажется, да, и одну надо получить в задании Синьян, так что подождем. Так. Так, ладно, на этом пока что все.